первое впечатление от такой неоднозначной игры в исполнении твоей команды? Ну, неожиданно, конечно. Моменты были в первом тайме. Не использовали, соперник использовал свои моменты. Ну и некоторые кадровые проблемы тоже способствовали такому счету. То есть у вас не хватило замен или в чем причина? У нас не было основного вратаря, и одного из защитников главных не было. Вот так. Ну вот две потери, которые, в принципе, фундамент. Ну, вратарь у нас как полкоманды считается. И вот ну, винить вратаря тоже неправильно, конечно. Ну, в общем, недооценили, наверное. Вообще сильный вам сегодня достался соперник? Ну да, прилично. Мы смотрели, что они первые две игры там с разгромным счетом каким-то выиграли в третьей лиге. Но мы готовились, да, ожидали соперника. Но они не подвели, молодцы. Насколько тяжело вам вообще входить опять в сезон, потому что был перерыв довольно длительный? Ну да, очень тяжело. Мы почти не играли ни разу вместе за зиму, так что пока потихоньку. Ну, начали с двух побед, сейчас, я думаю, будет еще получше. Какие у вас теперь планы после вылета уже из Кубка? Планы на первую лигу, чтобы гарантировать место, чтобы побороться за выход в премьер-лигу. Спасибо. Спасибо большое.